Канун Рождества студенты Российского университета дружбы народов привезли необычную новогоднюю сказку в Лухтаново. Из Судогодского района Анастасия Степанова. На московском автобусе приехал праздник. Из Российского университета дружбы народов в деревню Лухтаново Владимирской области дорога уже 5 лет как протарена. Здесь недалеко, в Свекартмазе, есть батюшка отец Андрей, которого я знаю очень давно, вот еще со времен своей молодости. У нас вот завязался разговор, я рассказала, какие здесь замечательные, какие хорошие дети, и как им нужны друзья. А я сказала своим студентам, своим ребятам, что есть вот такие, они говорят, мы поедем. Эти ребята отложили все свои дела ради встречи с друзьями. В сильный мороз воспитанники школы-интерната раздетыми высыпали на крыльцо. Мне кажется, все, всю жизнь здесь. Хожу, друзья так встречают меня. Мустафа, я вообще такой радость, который я испытываю здесь нигде, не испытываю такой радость. Да, я обожаю детей. Мустафа Аль-Хасан в Лухтаново 4-й раз. 2 года играл в высшей лиге с командой КВН РУДН «Дети Лумумбы». Говорят, его друзья-КВНщики тоже собираются сюда, но пока не хватает времени готовиться к фестивалю КВН в Сочи. А Борис Анзов ради встречи с ребятами из Лухтаново отложил поездку во Францию. Меня именно, как сказать, растревожило то, что очень красивые дети, я с ними так распорядилась. Я приехал именно сюда, здесь. Из-за того, чтобы показать свою то, что я неравнодушен, то, что происходит именно этих детей, их как-то поддержать. РУДН – это смешение традиций разных стран мира. Больше всего детям нравятся этнические танцы. В мастер-классе мы учим детей танцевать танец живота, арабский танец. Так получилось, что в университете мы изучали это несколько лет. Кумпас – гаитянский национальный танец, напоминает вальс. Фати Карфенс Мартел с Гаити хочет непременно быть президентом своей страны. А для этого сначала нужно стать хорошим отцом. Поскольку я сын, будущий отец, и как бы я должен как знать, обращаться в другую, как знать, что им нужно, что-то. Поэтому я всегда, и мне очень хорошо, когда я здесь. На подарки и сладости студенты скидывались сами. Часть денег дали спонсоры РУДН. Главный подарок – новогодняя сказка. Сценарий «Студенческая фантазия» плюс эксклюзив. Студенты РУДН привезли с собой необычные музыкальные инструменты. Этот барабан называется дербука. Основание глиняное, обшит сверху кожей горного козла. Говорят, на таких играют в Марокко. Леший из Гаити, Кощей Бессмертный из Судана, Баба-Яга из Дагестана. А мы вашу Снегурочку украли. У каждого вашего ребенка, у каждого воспитателя, у каждого сотрудника есть свои друзья среди студентов РУДН. Мы с ними переписываемся. Воспитатели Лухтановской коррекционной школы утверждают, после общения со студентами РУДН дети меняются на глазах, становятся добрее, учатся толерантности. Анастасия Степанова, Александр Чернышов, Вести, Владимир.